Хоба, привет, с вами доктор Влад. Ну что, новости? Да, послушаем. Самая главная новость. Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста. О как, интересное дело. Ну вот он считает, что все равно неправильно, что он ни в чем не виноват, и что они будут добиваться правды. Выпустили его и еще двух фигурантов дела под подписку о невыезде. Хорошо, адвокат говорит, что мы счастливы, вот, а Серебренников говорит, что еще все впереди. Вот. И очень интересная реакция. Я всегда, ну часто во всяком случае, вспоминаю Валерий Соловей, политолог, профессор МГИМО, он говорит очень емко. Никакой оттепели, в кавычках, не предвидится. Ну, помните, хрущевская оттепель, да? Тогда барды вовсю пели. Приоткрыть вентиль критики, отодвинуть красные флажки, чтобы снять напряжение в обществе и элитах. Такое решение принято и реализуется. Разрешено повысить, ой, хорошо бы, если бы, ну ладно. Разрешено повысить градус критики, критиковать всех, кроме президента. Выпустить на длинный поводок знаковых, в кавычках, арестантов. Серебренников первый, но не последний. Это делается, дабы избежать расширения оппозиции за счет истеблишментарных групп. Ух ты, слова какие. Но никакой оттепели не предвидится, исключительно прагматика. Эти решения предложены и курируются теми же самыми людьми, которые выступают архитекторами и протагонистами курса селективных репрессий. Ну, то есть выборочно все равно будут дергать. Так вот я переведу, да? Так, глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева. Ребята, вот я вам говорил, в России правит хам, да, это ясно, как бы, да. Вот Михаил Леонтьев, это вот основа, от этого можно отталкиваться. Так как он хамит, не хамит никто в России. Вот я в этом абсолютно уверен. Вот его слова, на которые подали в суд. И так останутся там в суде, и ничего не будет из этого. Протестное голосование мы сейчас видим в России. Есть регион Хакасии, там выбрали губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил, это никого не интересует. Ну вот, в общем, вот на эти слова, там еще раз, несколько раз это слово повторяется. Ну вот этот Леонтьев, да, ну это вот, это воплощение российского хама. С него можно картинку рисовать и на герб его повесить даже. Ладно, хорошо. В Бурятии два школьника осквернили 37 надгробий кладбища в селе Буй. Учащимся 8-9 лет. Ну, это вообще уже, это из молодых до ранние. Они сознались, что разрушили надгробие из шалости. Ничего себе, да? Да, вот в Америке теперь вы понимаете, почему нельзя оставлять детей одних. У нас, вон, до 14, по-моему, лет, что ли, в Иллинойсе. Ну, и в разных других штатах тоже. Нельзя одних детей оставлять. Сотрудница пенсионного фонда оформила своему отцу пенсию в 150 тысяч рублей. Ну вот так вот, да? Ну, очень просто. В течение 3 лет подделывала сведения о начислении пенсионных выплат с помощью программно-технического комплекса. Ущерб ее действий составил более 3,5 миллиона рублей. Она признала свою вину, также полностью возмещила ущерб. Ну, у нее весь ущерб в кармане поместился, да, там у нее было просто на, ну так, на расходы, там, косметика туда-сюда, 3,5, да, на 4, может быть, ну, значит, вам 4, вот так, ребята. Хорошо. 50 – это новые 40. Что говорит наука о поздних родах? Очень важно помнить о чем, да, решая стать мамой после 50 лет. Роды плюс 50 сегодня в тренде, говорит профессор университета Бен-Гурион. Ух ты, даже, я знаю, есть аэропорт Бен-Гурион, теперь еще и университет есть, да? Ага, ну вот так. Ну это Израиль, да. Нет никаких сомнений, что врачам и медперсоналу во всем мире нужно готовиться к растущему числу рожениц старше 50. Да, в последние годы родами в возрасте за 40 уже никого не удивишь. Это стало обычным явлением. Интересно, что в развитых странах мира, в частности Великобритании и в США, количество женщин, родивших после 40, уже превышает число тех, кто стал мамой до 20-летнего возраста. О как! Бриджит Нильсон, 54 года, Джанет Джексон, 50 лет, Холли Берри, 47. Ух ты! Я их всех знаю, Рэйчел Вайс, 48. Не так давно на весь мир прославилась британка Трейси Бриттон, которая, будучи бабушкой 8 внуков, успешно родила четверняшек.
В возрасте 50 лет. Ох ты, это не опаснее, чем 40. Ну, в общем, какая разница, да? Нормально. Никакой разницы в показателях между беременностью в возрасте в 40 и в 50 обнаружить не удалось. Ну, конечно, риски более высокие, но тем не менее. Сотрудники отделения акушерства и гинекологии клиники при университете короля Файзала, это Саудовская Аравия, наблюдали за 49 беременными женщинами в возрасте от 50 до 55 лет. Все они благополучно выносили и произвели на свет в общей сложности 58 детей. 49 женщин, 58 детей, включая 7 пар близнецов и одну тройню. Но, однако же, они обладали хорошим здоровьем и не страдали ни от каких хронических болезней. Туда-сюда, значит, их ведением беременности занимались высококвалифицированные специалисты. Ну, вот так вот, ребята, ха-ха-ха-ха. Вообще очень интересно. Очень интересно. На-на-на-на-на-на. Так, полицейские из США устроили милую фотосессию среди цветов и покорили соцсети. Я сейчас умру. Я, пожалуй, пару фотографий сейчас сюда вставлю в ролик. Ну-ка, подождите. Сейчас я выключусь. Опа! И уже включусь, и вот посмотрели, да, ну чудо, просто в цветочках лежат, ха-ха-ха-ха, собачка и так далее, ну посмотрели, да. Ладно, следующий, кричит заведующий, губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко. Надо же, Порошенко ему указал, он отказался уйти в отставку, несмотря на указ, потому никаких заявлений он не писал, а указ Порошенко назвал неправомерным. Политик подчеркнул, что президент имеет право назначать и увольнять глав ОГА только по представлению кабинета министров. Смотрите, ба, законы работают в Украине, с ума сойти, с ума сойти. Чтобы Путин приказал в России кому-то, и чтобы тот не снял штаны вовремя, ну это вообще... В работе Сбербанк онлайн произошел сбой. Я все-таки прочитаю это, я вижу это с утра уже, и везде затыкивается вот это вот. Сбербанк онлайн, бла-бла-бла, система временно недоступна. Ну, в общем, вот имейте в виду. В разных регионах России. Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля. Ха-ха-ха-ха. 19 апреля. Ну, это прямо вот перед 21 апреля, да? 21 у нас Истер, Пасха. Вот, а у вас выборы. В Украине. Интересно. Автодор объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам. Ну, чё ничего, все повышают, да? Российская фигуристка дисквалифицирована на 1 год за допинг. Почему у нее даже не допинг нашли? У нее нашли диуретик фуросемид. Это знаете, что такое фуросемид? Это они принимают, чтобы... Ну, это мочегонное очень сильно, чтобы удалить следы допинга, понимаете? Это не сам допинг, но средство для его удаления. Это тоже считается очень-очень, ну, неправильным, что ли. Так, умерла еще одна девушка Бонда. Ух ты! Актриса Надя Редин, сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда, умерла в возрасте 87 лет. Это какие же фильмы? «Голдфингер». И из России с любовью, да. А перед этим умерла другая девушка Бонда, Таня Мале. Мале. Жалко, это история наша, да. Наша, потому что американская. КамАЗ зачистил завод от черных династий. Опа, черная династия, которая устроила родню на теплые места. Это, приняли там. На линию поступила информация, на горячую линию поступила информация, что две работницы цеха «Шестерион» завода двигателей числятся операторами станков, но фактически одна выполняет функции секретаря начальника цеха, видать, не освобожденная должность, вот, а другая функция председателя цехкома. Вот так вот. Жулики. Жулики, вредители. Так. И последнее, опа, музычка. Ну, это меня опять попросил Сергей, он там где-то вдали, правда, поет, вот, и попросил даже объявить, песня называется «Дай нам Боже», вот, ну, песенку плоховато слышно, я вот тут все искал, что можно интересного найти, вот, ну, во-первых, интересно то, что вот у нас примерно то же самое,
ну, в Америке, да, вот такие вот залы, да, и там, значит, торжества какие-то. Вот, а во-вторых, я заметил опытным глазом, что здесь девушка танцует с девушкой. Ребята, мужики, мужики, ну-ка думайте, смотрите, не хватает мужчин в Баварии, а Баварии такое пиво, ну, как выяснилось, такие девушки. Так что давайте, ну все, слушайте музыку. Музыка для свадеб и торжеств от Сергея и песня «Дай нам Боже». Пока!